M1 Global presents. В 18 лет я начал заниматься рукопашным боем, в 19 начал заниматься бразильским джиу-джитсу и грэпплингом. В 21 год я дебютировал в ММА по профи, провел свой первый бой, выиграл его. Нет званий кандидат в мастера спорта, мастер спорта по спорту. Я уже начал выступать больше как профи, и в профессионалах я провел 13 боев, в 9 держал победы, в 4 потерпел поражение. Я думал, что у меня будет соперник либо Мясников, либо Фролов, либо Рикс. И я как бы особо не удивился, был готов к этому. И согласился, принял это приложение. Все говорят, что он ветеран, что ему 34 года, но я не считаю, что в 34 года человек такой уж ветеран. Посмотреть его бои, он в отличной физической форме, хорошо дышит, хорошие навыки. Дорогие болельщики, болейте за меня. Урал, сила, мы всех победим.